Друзья, смотрите, как каштаны выглядят после мороза. Замерзли полностью. Осталось всем, даже тополя подзамерзли. Вот этот мороз 4 мая. Видите, как акации померзли полностью. Вот стоят акации, замерзли. Сад здесь небольшой, частный. Даже клены и те позамерзли. По какой силы мороз был? Ну, говорят, до минут 10. Вот смотрите, с левой стороны деревья какие-то черные. И вот даже пирамидальные тополя и те не выдержали. Это Воронежская область. Я двигаюсь с юга на восток Воронежской области. Видите, тополя пирамидальные, желтые. Больше на осенние похоже, чем на весенние. Тоже, видите, деревья пожелтели. Да, морозец хорошо шарит. С этой стороны. Вот Вахаперск 86 километров. Вот смотрите, огромный какая каштан с цветами. Так вот покажу. И замерз полностью. Я говорю, клены даже не пощадило. Уж какой клен-то живучий. Тот замерз. В огородах все замерзло. Особенно где низины, тем более. Как будто после пожара деревья обгорели все. Клены желтые. Каштан снова. А вот это абрикос выглядит так, черный весь. Поле, видите, померзло. Ячмень, наверное, померз. Ну, сейчас будет где-нибудь промежуток такой, что без лесопосадки сниму. Вот, друзья, какое-то поле. Там даже я видел... А зимой померзли. Вот смотрите. И ячмень, и озимый. Больше на озимый похоже. Вымерзло полностью. Не знаю, исправится теперь что-нибудь или нет. Я думаю, нет. Зимой не вымерзло, так весной вымерзло. С этой стороны точно так же. Озимые вымерзли так, потому что ячмень, он еще не такой небольшой, его только-только посеяли. А это озимые, видно следы трактора, который ходит, подкармливает после зимы. Это урон большой для сельского хозяйства. Ну, если бы дождик прошел, конечно, то видно было, наверное, восстановило это. Еще бы удобрением подкормили от стресса. И все. Что-то да осталось бы. Ну, хотя корневая система-то хорошая. Мне кажется, пойдет. Совсем вымерзли деревья прям. Клен молодой. Вымерзло полностью. Молодой клен. Ну, клен не жалко, он отрастет. А это город Новохоперск. Тут такое чувство, как будто
Мороза не было. Все и сирень цветет, и все растения целые. И каштаны стоят. Нормальные все. Может и не захватило. Повезло. Ну да, друзья, видите. Каштаны цветут. Не замерзли, потому что там каштаны вон сошло. Значит, повезло. Вот в Новохопилску, Воронежская область. Едем дальше. Следующий пункт наш по Орину. Там посмотрим, как. Сирень цветет. Может, был небольшой. Ой, цветы цветут. А там замерзли цветы все. Ну что, друзья, мы по Орино. Город по Орино. Вот акации зеленые стоят. Да и тополя пирамидальные. Так, сюда. Тут клены. И здесь клены живые. Значит, мороз не такой сильный был. И вон дальше. Сейчас увеличу. Каштан цветет. Так что не такой силой были морозы. Но едем дальше. И дальше на восток едем. Там посмотрим. Приехал я домой с родины. С юга Калачиевского района. С юга Воронежской области. Калачиевского района. Восток Воронежской области. Прихватило здесь тоже хорошенько. Вот такие вот абрикосы. Листья пожухли. Так что не только абрикосы померзли, яблони хорошо цвели. Ну, это какое-то растение. Фиг с ним. Вот. Ну, яблони не знаю. Яблони цвели очень хорошо. Ну, какие-то яблочки есть вот. Видите. Не знаю, останутся, не останутся. Там снова обещают мороз. Вот. Ну, а так виноград полностью замерз. Сейчас покажу. Вот так выглядит виноградик. С такими вот кистями был. Я еще выезжал 2 недели назад и траву не косил. Думаю, пусть может защитит хоть немножко. Но нет. Все пропало. Редкий орех полностью замерз. Тоже сейчас покажу. Черешня. Вот такой вид у нее. Невеселый. Пожухла. Это желтая. Смородина цвела, сыпется. Не знаю, будет что-нибудь или нет. Сам лист не замерз. Ну, а вот так выглядит орех редкий. Должен был зацветать в этом году. Ну, не знаю, даже древесина отойдет или нет. Дальше смотрим. Вот. Ну, сливы, ничего с ними не стало. Вот так выглядит красная черешня. Валерий Чкалов примерзла. Даже яблонька примерзла. Кончики вот замерзли. Видать, мороз был хороший. Потому что он пола, видите, подмерзла, пожелтела. Ну, теперь что есть. Природа есть природа. Грушки мои, рассадники. Нет, груши ничего не померзли. Даже я говорю, клен замерз. Что такая гадость. Чистотел. Трава-то растет. Делов навалом теперь мне. Вот. Клен даже померз. Ну, он отойдет. Вот. Вот такие вот дела мороз натворил. Ну ничего страшного, что ж теперь сделаешь? Ничего не поделаешь.
что есть, то есть. А, крыжовник. Это крупный крыжовник. Вот видите. Все, замерз. Ну там другой куст, вроде бы ничего. Ну вот такие, друзья, дела. Мороз нам натворил. Не только фруктовые, но я вынес и цветы на улицу. Все. Ну и практически все замерзло у меня. Было-то тепло. Вот видите, алоэ. Это цветок, вот цветок. Каланхой. Денежное дерево. Немного подмерзло, но вроде бы как живое. Дальше. Лаврушка целая. Ну вот лимоны. Это лимон целый. А вот огромный мой лимон подсох. Ну, я думаю, отойдет. Ну и так. А вот маленький лимончик сажал я. Он жив остался. Молодец. Туи целые. Туи ничего. Ну, такое вот видео получилось. Я хотел вертикальное. Хотел шорт снять. Думал, а потом еду дальше, смотрю, оно там и там. Все мерзло. Начал снимать понемножку. Ну, получится вертикальное видео, на сколько там минут, не знаю. Яблони лист нормальный, так это. Ну, а яблочки не знаю еще. Будем смотреть, там 8-9 мая. Снова мороз обещают. Ну, тут был мороз очень сильный, получается. Даже лопухи в некоторых местах позамерзли. Ну что ж, не будем горевать. Что нам природа дает, то и дает. Давайте, всем пока. Пишите, ставьте лайки. У кого что померзло, где, в каком населенном пункте, в каком городе мороз, как, где захватил кого. Всем пока.